черт, добру давай на сторону зла. А моралисты будут сужены и скормлены псам. Прости, мой старый друг. Я должен разбудить тебя. Взрываешься. Блять, раз и дезинтегрировался. Следующий, блять. С тобой нормально будет. Я вас, суки, блять, ножиком запинывал, блять. Ты думаешь, я тебя топором не заебашу? Нихуя я торпеда. Так, ну пойдем строго нахуй, а там посмотрим. Мы тоже посмотрим, что мы хуже остальных. Так. У тебя чуть больше, чем нихуя нет. Ничего, ничего, ничего. Бессмысленный, беспощадный. Воровать у тебя нечего, блядь. Сука. Но с другой стороны, блядь, за что? Тип себе спокойно бегает. Вот это, блядь, этот принцип свой надо, блядь, как-то искоренить. Я ну, вот... Так ты ему предложи просто, ты ему напиши в чате, блин, ну, давай подеремся, нет желания, там, прокиньте постилки, да попиздить еще. А понимаешь, тут такое предложение, как ты сказал, предразумевает собой то, что я не заберу все то, что у него осталось. А я заберу у него жизнь, честь, достоинство, анальную девственность. Ну и че? Вообще похуй. Ты смотри, яку хуёвину чувак построил, блядь. Ты ебала жаба гадюку. Ну это ж можно зарейдить. И я хочу это зарейдить. Ну, смотри, прям тевтонский стиль, прям ты посмотри-ка. А он не боится, что к нему придет такой долбоёб, как я, блядь, и я же сейчас попробую это все ограбить. Подожди, это ПВП? Это ПВП. Ну, может, он рассчитывает на то, что такую красоту никто ломать не будет? А я? Ну, блядь, вот тебя-то не было до этого. Ох, блин, как все это разлетится охуенно, слушай. Жизнь, боль, блядь. Так. Что мы видим? Мне надо попасть вот на тот двор. Там у него три колеса. Ага. Ага. Скажи мне, где ты ошибся, и я тебя вынесу. Я вижу, где он ошибся. Если я не ошибся, то я ошибся. Чё стоишь, смотришь? Раскрывай парапланы. Слышь, я тут грешным делом подумал, а это не админ какую хуйню делает, да, случайно? Ну, может, и админ. Ну что, это его как-то должно спасать? Я не знаю. Мне пофиг, админ, не админ, все равно пиздюлей получит. Так, я потом выйду. Секретный способ, блядь. Нифига ты жук. А что ты думал, блядь? Опыт не пропьешь, да? Да ладно. Так. Что он хотел этим сделать, я не знаю. Но все закрыто. Тут открыто, тут закрыто. 200 угля. Ну, пока мне не надо, но... Я, наверное, даже дом, блядь, не начну строить. Ах ты, сука, это ловушка. Но нет дыма без огня, чувак. Ты думаешь, ты меня обхитрил? Пф. Сейчас. Блять, только вспомнить, как там залазить. Камеру надо. Камеру вертите направо. Да.
Yes. Пф. Я такие ловушки строил, когда ты еще пешком под стол ходил, блядь. Пф. Тоже мне, блядь. Да. Срака хитрожопая, блядь. Тихо-тихо-тихо, я сказал, или я тихо сказал. Блять, я могу туда зайти, но могу оттуда не выйти. Хотя, с другой стороны, чем я рискую? У меня есть что-то важное у меня, блять. Ну, не знаю, достоинство. Да, какое, блять, достоинство, блять. Пошли, ладно. Добрался, блядь, до сокровенного края. Сука, пиздит человека прям в наглую, блядь. Да в какую наглую, ты чего? Я честный... Честный вор, да, давай. Честный вор, да. Ну не так все хуёво. Надо скинуться, надо, вот это надо. Парень тут прилег под пальмой, блядь. Ну, чё он ожидал, блядь? Ну, скажи. Я не знаю, все что угодно, только нет. Сейчас может быть даже хуже. Мэ-мэ. Отступление. Ну. Так, блять, кому я домой опять забрался, блять? Так, я могу что-то спиздить. О, Эсканор. Кто-то смотрит анимешки? Блять, я Эсканора встретил. А это... Амуа. А это... Укротитель Теймос. Блять, ну вот продолжил, начал хорошо, а продолжил за упокой, блять. Так, господа, так как в любом случае сервер рестартается, я собираюсь заканчивать стрим. Сколько уже, блядь, 6:30 у меня. Надо что-то пожертвовать, блядь, и откиснуть завтра на работу. У меня завтра ученики, блядь, потом на вторую работу. Короче, я рот ебал его. Если я в следующий раз зайду на сервер, а то мы там останется, а я еще буду жив и не раздет, продолжу. Но, блядь, да я понял, что рестарт, иди в жопу. На сегодня мои приключения окончены.